Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В ходе встречи были обсуждены итоги состоявшихся в Республике Узбекистан президентских выборов. Лидер нации с пожеланиями здоровья и новых больших успехов в государственной деятельности тепло поздравил уважаемого Шавката Мирзиёева с успешными результатами этого важного политического мероприятия и переизбранием на высокий пост президента Республики Узбекистан. В продолжении разговора стороны рассмотрели состояние перспективы таджикско-узбекских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Была отмечена устойчивая динамика развития и углубления всего комплекса многопланового сотрудничества двух государств. В этом контексте президенты подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной работы в русле дальнейшего укрепления добрососедских отношений Таджикистана и Узбекистана в соответствии с коренными интересами двух братских народов. Президенты также обменялись мнениями по отдельным актуальным вопросам международной и региональной повестки. В завершение беседы глава нашего государства пожелал дружественному Узбекистану и его благородному народу мира, благополучия и устойчивого процветания. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирзиёеву, в которой говорится: «Уважаемый Шавкат Мирамонович, примите наши сердечные поздравления по случаю вашей убедительной победы на выборах президента Республики Узбекистан. Результаты этого важного политического мероприятия являются ярким свидетельством вашего высокого авторитета, доверия и твердой поддержки узбекским народам вашего стратегического курса, направленного на поступательную социально-экономическую модернизацию Узбекистана и последовательное укрепление его позиции на международной арене. Подчеркивая ваш весомый личный вклад в обеспечение динамичного развития таджикско-узбекских отношений, дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества, выражаю нашу искреннюю заинтересованность в их всестороннем углублении и обогащении новым практическим содержанием. Уверен, что мы с вами будем и впредь прилагать совместные усилия по плодотворному продвижению стратегического партнерства и союзнического взаимодействия двух стран в соответствии с коренными интересами наших народов. Желаю вам, дорогой Шавкат Мирамонович, крепкого здоровья, новых совершений и успешной реализации всех намеченных вами планов на благо неуклонного прогресса дружественного Узбекистана, а братскому узбекскому народу вечного мира, благополучия и процветания».